Всем привет, YouTube привет. Вот продолжаем мы работу с машинкой. Вот здесь вот вмятинки у нас были, уже сплыли. Вот. Теперь вот на крыше в открытом доступе у нас вмятинка. Где была? Показывай. Вот, и тут где-то была вмятина. Ага, вот следы видны чуть-чуть. Надо чуть-чуть еще доработать. Ну вот, потихоньку, помаленьку. Сейчас, в принципе, можно будет в открытом доступе тут снять пару-тройку вмятин, как они делаются. Чуть лампа не упала. Бывает. Вот так потихоньку, помаленьку правится вмятинка. Вот здесь еще в этом месте две маленьких вмятинки. Сейчас мы их будем доделывать. Ну вот, сейчас отклеим, посмотрим, что тут творится на этом месте. Должны быть две маленьких шишечки. Вот эта вот часть еще не вышла, а здесь... Вот он, бугорочек маленький, как и надо, вышел. Вот очередная вмятинка у нас на дверке. Сейчас попытаемся с ней поиграться. Сейчас попробуем ее немножко потягать. Глядишь, что-нибудь и получится. Так, вот она, наша шишечка выдернулась. Немножко некрасиво. Но никто не обещал, что будет легко. Тут горбыль, рядом ямка, шишка и дальше опять ямка. Вот так вот причудливо выскочила вмятина. Вот так вот. Вот оно, это место у нас. Еще тут надо подергаться. Не хочет она так прям легко и быстро выходить. Но это нас не смутит. Такая еще вмятина. Тут вся дверка такая поджеванная. Есть над чем поработать, поучиться. Ну, пока что нас интересует вот эта вот вмятинка. С ней надо побороться. Так, где она тут спряталась? Вот она. Вот так. Так что если долго мучиться, все равно получится. Поехали дальше. Тут есть у нас куча пожеванностей. Попробуем немножко их поправить. Понятно, вот на краю двери тут особо я
много не наделаю, поскольку тут вот завальцован металл, могут быть проблемы. Ну вот над ручкой чуть-чуть подправить, попытаться надо. Это опять же в целях тренировки. Посмотрим, чуть я тут постучался. Чуть поменьше получаются уже эти заломчики. Ну, еще с ними надо бороться. Видны, меньше стали, но еще вот так вот некрасиво все. Сейчас уже будем бороться клеем. Вот она, вредная вмятинка такая. Сейчас попытаемся ее выдернуть. Вот так вот получается. Чуть уже выдернулась. Надо сейчас доработать. Ну вот как-то так. Идем дальше. Вот они у нас, заломчики очередные. И вот тут еще чуть поправить можно. Вот и выдернулась полосочка у нас. Сейчас будем ее заколачивать на место. Так же, как и тут вот, видно, еще неспокойный металл есть такой, неровный. Вот, приклеился опять, сейчас будем дергаться и забивать на место. Еще немножко подтянем. Вот такая вот складочка образовывается. Пока что результат не очень. Так, смотрим. Ну, вот так вот складочки подошли. Вот. Надо заняться другим. А то вот он, хозяин, сидит, курит, пьет чай и говорит: не занимался бы ты фигней, лучше бы ты вмятины делал. Но я немножко фигней позанимался ради тренировки. Подубрать вот эти все заломчики некрасивые. Вот, чтобы подровнее было. Ну, это в качестве тренировки. Ну и как мы видим, нигде мы ничего не сверлили. Через дверь не лазили, он как пыль была, так и есть. Просто-напросто, я еще раз говорю, я так учусь. Как говорили древние греки, учиться никогда не рано и никогда не поздно. Продолжаем заниматься этой дверкой. Вот тут такая вот тоже неприятность есть у нас. Сейчас попробуем ее сделать. Вот пока такой результат. Продолжаем бороться. Тут мне подсказку из зала дали, что вот так вот надо подметить карандашиком, чтобы резкость наводить получше. Чтобы камера наводилась, ей нужен какой-то предмет, на чем она фокусируется. Вот так будем делать. Попробую сейчас вот таким немножко дернуть. Угловым грибком, который для контов специально обученным. Посмотрим, что получится. Очередной грибок.
Наклеиваем, поднимаем. Ну, в принципе, так потихоньку все выравнивается, как и хотелось бы. Вот пока что так получается. Еще вот тут чуть-чуть надо поддернуться. Ну, в принципе, уже в глаза набросаться не будет. И вот рубчик тоже попытаться его разбить и поднять. Это чуть дальше нашей вмятины. Наверное, хватит тут нянчиться. Сейчас убираем. По идее, нормально здесь. Вот только дальше вот этот надо еще чуть-чуть выдернуть, попытаться хотя бы. Ну что получается. Чуть надо подзабить, опять поднять, и уже будет получше. Вот она вмятина очередная. Вот такая вмятинка у нас на передней правой дверце. Будем с ней заниматься. Так, вот оно наше место. Мы видим, еще тут ямочка есть. Неудобство, что зеркало не захотели снимать. Вот, мешает. Ну, попытаюсь я и так доделать. Тут более-менее все это видно. Вот вмятинка еще осталась. Очередные ямушки. Еще две ямочки на капотике. Не будем ничего сверлить. Будем делать клеем. Она вот. Все починилось. Которая на космонавтов на углу получается. Там детскую комнату я большой заказ делал. Ну, делалось только клеем. Я сейчас тренируюсь на клее, поэтому стараюсь сделать только клеевой, все это дело, чтобы научиться правильно работать клеем. Ну вот, на этом все. Ну, вот, все, финиш. Вот она, наша крыша. Капотик. Все, в принципе, получилось нормально. Все хорошо. Боковинки. В общем, все получилось, как хотелось. Вот. Металл, еще раз повторюсь, прекрасный, превосходный. Очень приятно работать. Это за шанс. Вот. Так что есть кое-где там небольшие огрехи, как и в любой работе. Но это огрехи несущественные. Получилось все очень даже неплохо. Ну, особо снимать тут нечего. Вот машина. Были вмятины, теперь их нет. Осталось теперь собрать это все дело, привести в порядок и кататься. Ну, на этом, наверное, и все, финиш. Спасибо за внимание. Пока-пока всем.